Da io. Prego, pesce. Так, ща, ща. Блять, наконец-то на геймпаде буду играть. Пускай пока поиграет. В общем, да, я не знаю, если там еще подошел, да, там всем спасибо за авторосты, Шамапан, Синт, Крентара, ну, короче, вы знаете все. Все сами. Вы это все равно не смотрите. Сраные эти записи нахер никому не нужны. Да, потому что я последний... Чё я играл последние две? Mass Effect и этот... Mass Effect и этот не работали нормально с геймпадом, поэтому приходилось... Это... Приходилось на клавомыши катать. Хоть можно будет покатать на геймпаде. Развалившись там, не знаю, в свое роскошное кресло. Нет, конечно же, хер там, потому что кресла нету. Это во-первых. Во-вторых... Ладно. Тушу... Музло. Включаю музло из игры. Что сейчас делать? Я ее, короче... Вот эту игру я урвал на халяву. По-моему, это сеговская игра. В общем, короче, когда Сега раздавал игры, я просто на халяву урвал, поэтому... Вайна, вот она немного весела, я ее быстро себе скачал, потому что... Короче, Legacy of Kain Defiance не будет, потому что она не запускается в окне ни так, ни сяк, ни через костыли. И даже в фуллскрине ее нормально захватить не могу, потому что когда я захватываю фуллскрине и сворачиваю, у меня она, ну, я пытаюсь развернуть, она у меня вылетает нахер вместе с OBS. Поэтому не будет Defiance вообще. Но мне что с точки зрения этого... Как его назвать? Лора и сюжетки, короче, в Бладомин второй бы хотелось бы играть. Ну, может, потом в Бладомины просто покатаю. Не знаю, Defiance, к сожалению, нет. Проходить ее и писать какой-то там, типа, мини-ревью, нахер не буду. Кому это надо, я ее сам пройду просто, чисто для себя. И все, в принципе. Пиздец душняк, на самом деле, в комнате невозможно. На улице тепло, блин, но сегодня... Ветер был дикий, на выходные передает до 25 метров в секунду, так что нахер сдует меня, если я выйду на улицу, наверное. Но мне надо будет завтра, например. Возможно, в воскресенье еще. Так. Поэтому, скорее всего, сегодня стрим и, короче, только до этого. До понедельника, наверное. Я вообще не знаю, как я еще это буду писать. Как он? Дайджест буду писать, потому что, возможно, мне совсем надо будет идти, поэтому я не знаю. Либо завтра, либо еще что-нибудь. Короче, все зависит от того, как все там решится. В общем, так вот. SolarWinning HD, тоже спасибо за автохост. Я вообще не знаю. Иногда смотришь, короче, тебя люди автохостят, ты их вообще первый раз некий читаешь. Ну ладно, там Шимапан видел, Сопхарт, ну, Мыльное Сердце видел, там некоторых ребят видел, а некоторые вот SolarWinning, например, я вообще не знаю, что за чувак, там, или кто это, но автохостят почему-то. В общем, ладно, давайте начинать потихонечку. Я, наверное, я не знаю. Отключать пока браузера не буду, может, так все нормально будет работать. Я тут немножко уже потыкал, чтобы настроить хоть как-то это все дерьмо, и... Потому сейчас будем начинать заново. В общем... Царь-кролик, короче, правил Адам там очень долго, там... С кнутом, в общем, потом он сдох, и пришло время... Принцу занять его место. Но у каждого кролика есть свой секрет. А у принца это уточки. Не знаю, почему она вот именно вот в этом моменте лагает, то есть только тут. В этой заставке. Причем только, знаете, до какого момента, вот когда он сейчас до уток дойдет, и все. Короче, нафотали его какие-то ублюдки, выложили в сеть. Сейчас мы пойдем мстить, херачить их всех. Не знаю, почему такой идиотский, короче, ну... Голос сделали, почему не придумали просто какой-то? Просто такой... Ни хера непонятно. В общем, сел в лифт и поехал. Сука, расплата. Все дела. Бла-бла-бла. И я охерительно рассказываю сюжеты игр и... Например, какие-нибудь диалоги. Нет, конечно же. В общем, это ад, это кролик Эш. Сейчас мы пойдем карать
тех, кто нафотал меня суточкой. В общем, отлично. Лифт, который привел меня в никуда. И где все мои миньоны? Ну, или прислужники, хотите. Заняты разглядыванием моих, ну, в общем, моих фотографий, скорее всего. Я сделал так, что они пожалеют о том, что их отправили в ад. А где вообще мои, типа, королевские пушки? Лучше пока что избегать столкновений каких-то с врагами. Погнали. Он умеет, по-моему, в дабл джамп пока что. Да. Пока что он только в дабл джамп умеет. Кстати, не знаю, стабильно 30 FPS там или как оно будет. В общем, по сути, это что-то типа среднее между платформером, прям классическим каким-то, и метроидвани, и плюс еще пушки, и всякая муть, короче. И Нестер, мой дорогой, типа, прислужник. Наконец-то знакомое лицо. Здравствуйте, сэр. Как поживаете? Больше нет похмелья, я надеюсь. Так. Давайте узнаем это с помощью теста на трезвость. Знаете, как использовать ну, отдаление или как это перевести правильно? Ну, в общем, короче, он нам сейчас тут какую-то муть расскажет про то, что на правый бампер можно делать вот так, чтобы посмотреть на карту. Но это нам ни о чем вообще не говорит. И вообще насрать. На каких-то жопках подпрыгиваю. В общем, всякие миньоны над нами ржут. Типа вот таких пой-поев, или как их там зовут. Сейчас мы пойдем и разломаем ему лицо, когда найдем какую-нибудь пуху. Ибо нехер смеяться над его величеством. Ау! Ладно, я думаю, я доживу. Звуки такие, что-то там несут они. Эй, Нестер. Хотя нет, она, знаете, даже не метроидвания, она скорее просто платформер, но с какими-то разграничениями и бэктрекингом, вот так вот я бы сказал. Эй, Нестер. Еще какие-нибудь будут нудные обучающие, ну, обучение? Или нет? Нет, сэр. Но у меня есть подарок от вашего покойного отца. Помните его секрет, ну, секретную любовь на, короче, сутенерские джетпаки. Ну, вообще, там, не тымпин, это как, типа, это, крутые джетпаки, короче. Пусть это будет то, чем можно убивать монстров, пожалуйста. Бах, короче, а это оказывается, сейчас, смотрите. Охерительная пила джетпак. Теперь можно разрезать нахер их всех. Музло тут, кстати, годное. В принципе, для такой игры. Задание нормально такое убивать. Да, еще мне нравятся вот эти моменты, короче, смотрите. Раздавил нахер. Кто-то ее чика, по-моему, когда-то заказывал. На одном из, в смысле, все подряд, но я не помню кто. Но это, в принципе, и не важно. Важно то, что это забавная игра, которую по приколу катать. Так, давайте сюда. Ау! Ау! Такой. Звук такой. Сука. Рифы, конечно, однообразные, но да ладно. Намотаю сейчас его. На, сука! Порвал его тоже нахер. На британский флаг. В общем, если нажать на кнопку, можно посмотреть на всяких разных врагов. Вот это
Чё? Сплаттерсок, говно с пилой. Так и говорим. Синяя херня, непонятная. Неважно. В принципе. Ну, ты чё? Закрутил его опять. Пилу нахер завел. Привет, Пингу. Круто! Я расчистил путь. Старые добрые адские двери. Питающиеся от Weapon Souls, это какие-то. Привет. Всем форму уже раздал. Я не раздал уже. Мне кажется, у нас это быстро. Облезет, конечно, у нас. Супер. Честно, сын? Ну да. Честно, говорит, сын. Ну, блядь, ну, так и скажи уже, что ты нормально. Я ж не сказал, как в чеке у меня написано. Там написано 12 копейки. Почему 9500? Ну, 9500, а в чеке 12 копейки. Все просто. Потому что, блядь, я нахотел. Потому что бабки нужны. Потому что, блядь, все средние были. Я был бы, блядь, не с Казахстана, если бы спиздил бы деньги. Ну, на самом деле, по-прежнему, был поставить. Мне еще скидку после делал, но там немножко бутылку делал. Косарь, говорит, спиздил 9512 чем-то. Ну, остальные... Чё-то у тебя это, с арифметикой хуёво. Ну, в этот раз я спиздил, остальные 3000, я помню, что я со спиздил, которые мы пришли. Я уже давно проебал в чём-то. Там были, да, деньги? Блять. Классненько, да? Угу. Сейчас пакеты, мне это не нравится. Ну почему? Другим можно, тебе нет, да? Я еще не в следующем году, ну, в следующем семестре. Ну да, вот это будет. Я еще буду докупать. Там вообще прохожу, там баскетбол. Футбол еще, допустим, и волейбол, да? Вот, ну там тоже будет пить. А есть? Ну, 1400. Ну там, может, 1400 придет, я за 9500 опять куплю, да? Нормально. Огонь вообще. А что тебе не нравится? Да мне-то чё? Мне вообще по барабану. Да, так я добываю деньги. Я с ребятами метку выбираю. Ну вот я с ним с кем не попадаюсь. Я на самом деле не могу ничего достигнуть. Сука. Давай. Сам пидор. Сидишь, блин. Чё, я думаю, демократию надо внести, короче, во все поля, поэтому мы будем вот с таким, короче, скином. Сука. Привет, Рентара. Демократию. В общем, нам там нужно, короче, одного типа убить, потому что... Не знаю, зачем я эти бабки потратил, 10 этих. Сколько там? Наверное, для того, чтобы купить скин какой-нибудь. Тупой. Блин, они... Слушайте, они нельзя. Это жопка. Конечно же, ВТФ. Я просто знаю уже, что отвечать. Морковка меня нахер его застрелил. Капец, он вибрирует дичь. Вообще. Блин, на самом деле лучше бы, конечно, влог покатать, но, блин, не запускается.
Я с удовольствием бы в нем поиграл. Я уже там 4 уровня прошел, 4 миссии, в смысле, в игре. Так, ну что, погнали? Бомби. Так, садимся. Поехали. Музыка возле этого меняется такая. Там явно, короче, какой-то этот продает. Сутенер, блин. Так. А чё я сюда полез за деньгами? Она, конечно, очень яркая, писец просто. В плане расцветка. Прям очень яркая, до невозможности. Так, пойдемте, короче, к боссу. Пора ему пердак оторвать. Чё здесь нужно? А, ну здесь босс как раз, мне нужно убить там этого. А, там ещё прикольное убийство. Я так понял, что, короче, тут на каждого моба уникальное убийство. Помню. Ну это тоже прикольно. Kiss my Ash написано было вроде, да? Хотя сказал S. Привет, чё давай. Здесь стрелим нахер. Пробовал это... Да я просто не знаю, что постримить, потому что не могу я запустить Defiance нормально. Я уже говорил, да. К сожалению, не могу запустить нормально, поэтому приходится играть в то, что есть. Что не надоест мне быстро. Сука. Я вчера прошел. А, лол. Я понял, короче, как это работает. Надо лететь до конца. До того. Несем кроличью демократию в этот. И если тебе заходит игра, и я просто про себя говорю. Да не, я про что я тебе говорю, что я не знаю. Это только начало. Начало прикольное пока что. Возможно, потом она будет нудятиной какой-нибудь, я не уверен. Так, похилимся. Он как Sailor Moon такой. Адское кровище, дай мне силы. Так, что, пойдемте босса убивать? Первый босс вообще изичный. Но тут фишка не в самих боссах, а, короче, в диалогах с боссами. Его, короче, зовут Фуэгоба, походу. Ауч! Больно. Они построили эти потолки, ну, они сделали эти потолки такими низкими. Может быть, нам позвать здравоохранение? Слишком поздно для этого. Ты вообще как, в порядке? А, со мной будет все нормально. Приятно, что ты спросил. Ну, что ты спросил. Так, на чем мы остановились? А, мы только что встретились, это босс-файт. Мой первый, кстати. Я не увижу следующую зону до тех пор, пока не одолею тебя. Блин, как жаль. А ты очаровашка. Разве нам стоит типа драться? Я думаю, что стоит. Эй, подожди. Мои фотки. Они у тебя? Фотки? К сожалению, нет. Ну, я извиняюсь, типа, мне жаль, но нет. А, стоило попробовать. Ладно, давай сделаем это. Хочешь, чтобы я начал с каких-нибудь страшных звуков, типа, да? Мои друзья говорят, что мой голос босса довольно впечатляющий. И сейчас такой... Сука. Ой, блядь, ну и эти. Давай, иди сюда, псина. На тебе жбан. Ау. Музло прикольное.
Ну это сука. Так, первая готова. Я бы не сказал, что здесь по... Ну, тут вообще, по сути, да, по фазам, но они такие. Ну, типа, легко все проходится. Типа, ну что это за дичь? Первый босс тут вообще очень легкий. Правда, вот способа... О, попал. Ништяк. И музыка прикольная. Мочи его нахуй, мочи его из базуки. Пресс битвекс. Угнал. Звуки эти, конечно, вообще пушечные. А ну иди сюда, урод. Ну что, ему хана, короче, потому что я его сейчас забодаю. Все. Вот такой вот первый босс. Слышите, наверное? Положил геймпад на стол, называется, блядь. Надо вибрацию, что ли, отключить. Капец какой-то. Дичь вообще. Вчера, блин, кстати, это, я не помню, я показывал или нет. Этот, самый годный куб на этот нашел, на Андромеду. Так угорал долго с него, там, короче, это, под кубом пита сделано. Я так не умею смеяться, пошел нахер, короче. Мой план работает идеально. Пока что. Эй, чё за херня? Ой, куда это я упал? Мне интересно. Так. Жопка. У-ху. Улетел, мать его. Давай, давай. Так, назад. Бля. Мне кажется, она не будет сложной. Ну, вообще, в целом. Так, там выход. Он наверх. Ну ладно, лифт хотя бы тут рядом. Слушайте, а я могу это говно попасть? Чё тут? Секретный подарок. Вы только что нашли шляпу. Чек. Проверьте меню кастомизации. Для типа, больших этих товаров. Центр. Так, где меню кастомизации? А, вот оно. Оба, опа, опа. Кит-камелеон. Лол. Бит. О, это, кстати, из этого. Блин, это же из этого. Как? Кит-камелеон это тоже. Это они все же сеговские. Смотрите, кит-камелеон. Это из Jet Set Radio, чувак. Робо, я хрен знаю. Биги Джоу. Откуда Биди Джо, кстати, кто не знает? Алекс Кит какой-то. Аксель. О! Аксель это норм. Ацума. Джо Мусаши. Рио Хазуки. Свифл. Мэг Эш. Имперор Эш. Пиксель. Файнал Банкет. Оули. Зомби 5. Витамин 2. А, Витамин Z, Витамин Y. UX. Питстоп. The Thing. Стим теории. Капец, их тут много. Че, какую выберем? Можно вон это, Дракулой быть. Можно, короче, быть гориллой, бабуином, в смысле. Пикабу. Эль Канеха Локо. Эл Голден Файр, Митти Круг. О, все, я нашел свою. Так, а что там еще в кастомизации можно поменять? О, View Customization можно. Crazy Taxi, Shinobi, Shenmue. Shenmue? Лол, даже Shenmue есть. Super Monkey Ball, Jet Set Radio, Golden Axe, Slapple. Я полагаю, вот это прикольнее будет. Все, погнали, короче, вот таким будем играть. Все, второй уровень. Я не знаю, сколько мне уровней, короче. Я так понял, это только второй. Сколько всего, я не в курсе.
Блин, жалко ствол нельзя поменять. Ну, в смысле... Какой-нибудь скин на ствол сделать. Нестор, снова ты? Похоже, ты везде. Похоже, что мне нужна помощь, разве? Ваш отец попросил, короче, защищать ваше король... Я не знаю, как это король... Корольничество или корольчатничество. Короче, ну вы поняли, это типа это ваше... Этого... сталкерство, это мое... Описание моей работы, короче. А, неважно. Есть какие-нибудь новые подарочки? Последний был прикольный, я тут арку Паучий остров начал читать, а я не знаю, я не читал его. И вообще не знаю, о чем там. Я существую только, чтобы служить вам, сэр. Я кое-какой еще один новый айтем для вас сберег. Круто! А что, если мне не понравится? Тогда используйте левый бампер, чтобы сменить... Ну, менять между, короче, оружием. Окей. Блин, слушайте, это пизжи. Все, погнали. Прорубаемся. А когда все получили силу паука... Простые люди и другие герои... А, окей. Не злодеи, простые люди и другие герои... Блять. Дубль 2. Дубль 3. Quick Rabbit. Походу, типа это. Тут ачивки, кстати, легко получаются, насколько я помню. Да, сука, ну я же вперед пролетел. Ну что ж это такое? Фак. Он там еще матерится, когда умирает сверху. Оказывается. Что-то может это поменять немножко. Что-то, ну, типа, повыше чат поднять. Ты что, кому-то мышь, блядь. Я его отключил, что ли? Я его не спустил. Наверное, норм арка. Нет! Что за говно? Это только второй уровень, что началось-то? Нормально же общались. Пошел нахер. Интересно, насколько урон большой в этой херне? О, блядь, пошел будет хелл, короче. В жопу идите. Так, дверь сколько? 7 из 9. Может, еще двух не убил. Где-то двух не убил. Так, и третьи полетели. Нормас. О, слушайте, я же могу запилить его нахер. Чё-чё-чё? Сквозь металл нельзя. А, холд. Подождите, как мне нужно убивать его? А, типа... Все понял. Блин. Такой. Потыкал такой. Дихлофосом его сейчас убьет, наверное, да? Или что? А, нет, этим. Пчел натравил меня. Лол. Убийство, конечно, тут вообще угарное. Сука. Такой весь в этом дерьме, как его. Так, сейчас дверь откроется. Ну, она, походу, да, просто уровневая. Короче, у этих тупых жуков есть дрели непробиваемые, короче, так можно сказать. Щиты. Умно. Хорошо, что... А, к счастью, у меня есть бронебойные патроны. Хорошо быть принцем. Не просто такой, типа. Слышь ты. Она подлагнула, когда сохранилась. Вот я не знаю, кстати, не понимаю, почему она подлагивает, когда сохраняется. Так не должно же быть. Подождите. Здесь музло, кстати, похуже. По мне.
Отдыхай. Нанг! Поехали. Чё-то, сука, за руки там хватает. Интересно, не дамажит, не? Ну, да, сука, дамажит. Смотри-ка. О, хп. Еее. Адское кровище, дай мне силу. Так, и чё тут? О, это чё за пёс? Ха, смотри на этого лузера. Ждёт. А что же он ждёт? Наверное, мои фотки. Я полагаю. Давайте, короче, тогда ему большой толстый сюрприз ему. Вместо фоток. Замутим. Держи, блядь. А, Rabbit Capture? Лол. Бах! С днем рождения, блядь. Вот тебе и с днем рождения. Ёпарсте. Че, все что ли? Так, а, я там это. Открыл еще дверь дальше. 9 человек убил. Короче, приходится зачищать. Ну и чё, кстати, чё, арка интересная? Это из этого, скорее всего. Ну как, не скорее всего, а из этого. Из Amazing уже. Стопудово. Так, красиво. И? Я только начал. Да. Но всё равно ж какое-то есть впечатление первое. Тихо. Сука, так и знал. Шарах, блин. Так. Чё там за говно? Такая дичь вообще на экране происходит иногда. Между тебе подготовиться к себе, когда кажется, в ДД экзамен. Ну, чё? Между подготовиться к себе, да. Ну, завтра ещё, на сегодня ещё надо. Почитаю. Ау! Где там, блядь, моя пука? Слышь ты, сука? Металлические эти не могут быть. Ну, конечно, конечно, блядь. Металлических этих нельзя убить. Пошёл ты. Блядь, да ты чё, издеваешься? У него сразу фулл хп, типа. Так, назад возвращается. Так не пойдет. Нам нужен хп. Ага, понятно, сюда тоже нельзя. Нахера сюда пришел. Так, ПП. ХП. А где ХП-то было? Блять, ну как я мог? В натуре упасть-то туда. Мне подсказывает, там типа нужно вниз идти. Я знаю, что вниз. А, нужно типа еще и уникальных врагов, походу, убить или чего. Да почему? Почему эти восстановились, не засчитывается? Странная логика. Ау! Так, вот. Давайте обратно. Упоротая игра. Интересно, быстро ли у меня спидрон? Мне, наверное. Когда я начинаю играть как на платформере, сразу мысль одна, как быстро она проходится на спидране. Пошел ты. На, сука, пробил. Кутые пошли, ребят. Ну, забавно же.
есть свой стиль такой у игры все-таки. Ты только что открыл кое-что крутое, Killed Hero. Ты, говорит, убил своего 10-го монстра, теперь можешь посетить остров, короче, с большим количеством возможностей. Но я не все успел прочитать, конечно же, что здесь написано. Конечно, дальше пойдем. Нахер этот остров? Что это за остров вообще? Откуда он взялся? Ничего не знаю, никаких островов. Погнали. Так, сюда, наверное, включаем. Да. Смотри на этого кибертруса. А, робот, прячущийся за щитом. Короче, ткнуть его в его слабое место будет еще более удовлетворительно. Так, как я это должен сделать? Я так полагаю, надо, короче, это... На, сука. Блин, ну нет, такое уже было убийство, так неинтересно. В общем, короче, надо 100 монстров убить во всей игре, потому что там 100 вьюеров было на этом. Мы убили пока только 11. Еще далеко не все. Приехало говно. Чё это не раскручивается? Разогналась, блин. Так, еще глазница какая-то. Сейчас мы носу в нее. Попал, что ли? Лол. Инвейдеры. Видер кроликов. Что за дичь вообще происходит на экране? Она мне нравится, конечно, но это все равно дичь. Так, дверь открыли. Наверное, дальше пойдем. Я наверное, все собирать точно не буду. Нахер оно мне надо, да? Правильно же я говорю. Так, это говно я не могу. Грёбаный второй уровень, дрель не берет, короче. Давай вниз едь. Блин, я на самом деле надеюсь, что это не мешает ни хрена мне это. Куда мы там? Сюда. Сюда. Да. Что такое? Потерялся, используя карту на эту кнопку там. Не знаешь, куда идти. Ну, потерялся, используй карту. Нет подсказок, ну, понятия не имеешь, куда идти, используй карту. Короче, ты голоден или депрессивный, используй карту, она помогает во всем. На, сука. На, мать твою. Так, давай вниз. Что за телек? Что за место поклонения телевизору какому-то? Так, что там за чухан? Босс, что ли? Не, вряд ли. Ух ты, блядь, ничего себе. Понятно, короче. Надо его это... жижей залить. А как это сделать? Блять, мне как-то это должен сделать. Monster Truck, you are here. Лол. Забавно. Убил зато.
Сейчас его, короче, снесет нахер этим. И кролик такой в очках. На, сука, еще. Специальная доставка, блядь. Так, это был... Какой по счету? 13-й, да? Так. Так, вон там еще монстр, да? А здесь что? Тихо. Ага, 13-17. Ё-моё. Немного ли? Чё там за свинятина? Гроинг. Короче... О, смотрите-ка. Благородный и могучий принц посещает нашу скромную фабрику. Что за шум? Что за, типа, ну, бесполезная хрень? Я тоже голый. Это круто чувствовать бристл своей, типа, кожи. Да? Но все равно я коплю деньги, чтобы купить одежду. Тут неподалеку есть отличный магазин. Я не голый. Серьезно. Хватит уже. Он в плаще же. Вы что, тупые что ли? Не голый же, в плаще. О! Restock grenades, gun upgrade. Блин, я не ту херню вкачал, ну да ладно. Так, а что я должен сделать-то это? Потратить там, типа, спустить деньги, так, короче, типа. Сдохни, сука. Так, а как я туда должен попасть, типа? Предполагаю, тут вот. Ну, либо не тут. Так, 14. Окей, дальше идем. Так. Где? О, вон он, сука. Так, а надо ему, наверное, в хавальник не стрелять. Так. Надо было выбрать эту. С акулой, короче. Ту-ту. Ту-ту. Блин. Сука. Под такую музыку, короче, ракету запустил. Легчайший. Легчайший босс. Ну, точнее, мог. Так, как мне? Сейчас невозможно пробудиться, доходи попозже. Ок. Я вас понял. Так, а куда я могу? Я же отсюда пришел, да? Да. Так, это что за херобора? Блять. А что меня столкнуло? Я так и не понял. В смысле, как я должен тебя? А, ну вот так вот. Ау! Хрен найти. Нет, не хрен, ладно. Я уже начал собирать их, собрать. И остальные тоже. Так. А, окей. Блять. Так, я сюда могу пострелять? А, типа, блять. Тихо. Зачем я в нее стрелял, не знаю. Не важно. О, опять этот братан.
да, заебался своей картой, я понял. Так, и там где-то что-то открыто, наверное, должен быть. Молларом. 0001, там, слепмод. О, ленивый миньон замечен. Плохой робот. Стопудово мечнятся утки и кролики, я уверен. Так, ну ли это... или что там? Да. Говорят о том, что они... Don't move first, or wake up the face. А, так, если типа нули означает то, что не двигайся слишком быстро, или я проснусь, я и типа надаю тебе по роже. Что же значит тогда единицы? Ах ты сука! Ты посмотри на него. Да иди нахер! Опять то же самое. Я видел это дерьмо уже. Потом к нему пойдем. Надо ракету прокачать тоже. Ау! Тебе не. На геймпаде, конечно, норм играть, но типа целиться на стик, я вообще отвык уже. В плане правым стиком. Тихо. Мышкой, думаю, тут было бы удобнее. Классно. О, ништяк. Так, а куда я вообще попал? У меня там... Мне вот интересно. Не, вроде не сломал. Спасибо, Сапкарт, за автопост. Куда нам идти? Здесь движуха длится. Вон там. То есть надо к этому типу все-таки идти. А это что? А, так это самое. Ой, блин. Типа сокращение или что? У меня от этих, короче. От быстрых смен экрана, короче, и всяких таких быстрых движений глаза аж болят от того, что... На, сука! Сжёг нахер его. Бам. Взорвись. Найс. Так. Рузвельт Градиус. Молларм. Куда нам дальше? Так, наверх вот туда, да? Там один, наверное, остался. Так я уже почти прошел уровень, видимо. Ладно, погнали. Сучка. Не появляется, что ли, заново? Я еще сегодня ни хера не выспался, и глаза вообще, и голова с утреца нормально так побаливала. Блин. А че я парюсь? Давайте, наверное, вокруг. Пройдем через верх, да? Можно же? Натори. Слишком много парюсь. Ау! Заодно потеряться может. Так, отсюда вниз. Подождите, а там что направо? Я ж сюда не ходил. Так, тут кто-то есть. А, туда надо. В
Слушай, а что за черепаха? Куда тебе настрелять надо? А, все. Бац. Фаерстартер. Ростед. Сука. Отсылочки всякие прикольные. Ну, она такая, стёбная. Я бы сказал, не самая отвратительная игра, в которую я играл. Че, к боссу идем? Это чё, охеревший такой? Или я... А, нет, я просто к третьей зоне пришел. Лол, я ожидал, что босс будет. Зон. Три миссионс. Три монстра. 10 монстров в этой зоне. Капец, какие же они долгие будут, я чувствую. Может, я могу обратно? О, слушайте, да, я могу обратно еще и в другую зону вернуться. Здесь что, монстров? Все, я всех убил. Неплохо. Такой, сука. Каждый раз, когда он так делает. Но глаза у меня уже охеревают, если честно. Очень яркая игра. Слишком яркая, я бы даже сказал. Сэр, сэр, сэр. Да. Манда. Пожалуйста, ставьте свое колесо здесь. Без всяких, короче, пререканий. Никаких... Никакого оружия... Ну, никакое оружие не разрешено в тюремной зоне. Ваши же правила, помните? Что? Ни за что. К сожалению, я должен настоять на этом. Но я его улучшу его тем временем. Вы не будете разочарованы. Почему он у меня все стволы собрал? Вообще все или только колесо? Сука, он все забирает. Песос. Так мне интересно, куда я могу еще бежать? Ладно, чё. Без стволов так без стволов. Сейчас бы платформер пошел. Классический, короче. Эй, нельзя так. Так. Опять ты? Как ты так делаешь? Короче, не запрещай мне что-нибудь еще, иначе я тебе типа это. Давайте я покажу вам, как прыгать от стен, типа. Дай-ка угадаю. Я делаю двойной прыжок возле стены, и бам! Я капитан. Прыжок от стены. Ну, типа, вон джамп. Да, двойной прыжок, сэр, да. Рядом со стенкой, как вы и сказали. Короче, надо держать кнопку. Зажатый? Понял. Я не тупой, знаешь ли. Прикольно. Легчайше, короче. Увернулись. Так, а чё теперь? Стрельба пошла. Блин, не нравится мне это место. О, овечка. Шиба. Hello. Привет, ну, привет. О. Красивый кебаб. Извините. Охрана? Я нашел вторженца. Жнецы. На помощь. Включить прожекторы. Я уверен, ты на вкус лучше, чем выглядишь. Мы скоро об этом узнаем.
Что? Да как смеешь ты? В общем, хвала небесам, мои королевские огнеметы защищают меня от таких придурков, как ты. Огнеметы, говоришь? Не заметил их. Мне нравятся эти низкоуровневые монстры, которые говорят, как их убить. Спасибо. То есть, короче, огнеметом его надо убить. Блять, я не хотел отпрыгивать. Да ты издеваешься, что ли? Да не хочу я отпрыгивать от странности. Блять, пиздец меня. Я не знаю, какой дебил придумал вот этот прыжок, типа двойной на... Прыжок-прыжок зажать, ну типа дабл-джамп зажать. Это просто пиздец, какая тупость. Отвечаю. Знаете почему? Потому что эта херня, блядь, срабатывает, когда тебе не надо. Это же бред. Блядь, ты умрёшь? Баб сраный. Опять Firestarter. Гребаный тост. Тихо. Так, где там у нас? Вниз не надо, но мы наверх сначала. За баблишком. Так, я так понимаю, нельзя попадаться на грёбаные прожекторы, иначе тебе габелло. Короче, попадаешь, тебя жнецы убивают. Так, новое говно. Это что за дерьмо? Адская гончая, что ли, такая типа? Так, а мне, по сути, к ней надо. О, жизнь. А как ее убить? А, все, вижу. Сука, не успел. Подпрыгнуть надо успеть просто. Ну какое место. Ну, в смысле, легко. Эй! Эй! Сука, Карина тайм! Блять! Даже с Зельды слезали что-то. Лол. Да сука, я... Ну, убил. Надо было... Я один раз промазал. Почему ты, блядь, хотел Б нажать? Нажал А. Отстой. Питерский. Не говорите, что мне только... Только не говорите, что он выжил. Нет, ну слава богу. Так, а куда мне теперь идти? Привет, Резин. Я вчера ни хрена не читал. Только когда там зашел, увидел, что ты писал. Да я видел, что ты здесь. Просто не стал палить. Слушайте, а эти работают? Хип-хип. Мать твою, давай, прыгай.
О, пизда, жнецы. Поимели жнецы. Так а чё, что она подлагивает, когда вот быстро бежишь? А мог же быть как... Ну ты что творишь? Да ядри твою мать! Зачем ты подпрыгиваешь так высоко-то, а? Но все равно тот, кто придумал ссаный прыжок от стены нажатием, зажатием, точнее, кнопки, это типа вообще дебилоид, аутист какой-то, потому что, ну, реально, это бред конченый. Сколько там еще? Три двери. А сколько монстров осталось? 8. Это же капец как неудобно. Он чуть-чуть, короче, ты не в ту сторону немножко. Отпрыгнул, и все, и пизда. Так, сейф, отлично. Поехали. О, так. Вообще бы магаз бы найти. А как я должен выбраться отсюда нахуй? По их мини... А, вон там, наверное. Нет. Блин, реально, как я должен там выбираться? Тихо. Нет, там я был уже. Ауч! Укон подгорел. И как я должен туда пробраться-то, ёпрстя, ну серьезно. Или там где-то сбоку, вперед проход был. Может, я тут что-то ошибаюсь? Может, там типа надо было дальше просто пройти? Давайте попробуем. Назад вернуться. Если это будет так, то это будет пасос. Потому что я даже не заметил, что там надо так пробежать. Отстань! Блин, вот когда надо, сука, не прыгает нормально. Когда не надо, прыгает. Какого тян? Я, конечно, в платформеры неплохо играю, но, блин, какие-то из них мне пердак подорвать могут. Учитывая, что я гребаного мидбоя все-таки осилить смог. Думаю, с этой игрой я тоже справиться должен. Всё, тормози. Конечно же, не идиот. Когда ты идиот, тогда все плохо. Чумпает? Деструктор робот фейс. Ветеранский шлем, жест шлем, out of bad haircut. Ретро рок стайл. Life upgrade, о! Gun upgrade, я уже все взял. Окей, ладно, следующий лайф апгрейды будет покупать. А, ну я понял. Мне кажется, нужно их столкнуть, и они друг друга убьют. Или в чем прикол? Зачем я сюда залез, типа? Я за оружием пошел каким-нибудь. Ну так надо этих двоих как-то убить. А, все понял. Легко. На кебаб вас тоже.
После фразы про кебаб вспоминается сразу Дэдпул, где он такой, типа, в самом начале или в каком-то... Типа, ты думаешь, что это кино... Ну, была реклама про то, что это кино про любовь, а тут какой-то парень порезал другого на кебаб. С таким голосом еще. Глансовским. О, дерьмо! Не канает! Так, это что, опять этот, что ли? О, что это? РМ-чип. А! Эх ты, я видел, что ты сделал. Ты поджарил мою принцессу, я тебя завалю. Это босс, видимо. У этого парня весьма, ну, типа, солидная огневая мощь. Но, к сожалению, он не так быстро с ней, как хотелось бы ему. Давайте, типа, переработаем его. Так, понятно, короче, надо что-то как-то его завалить надо. А как я должен туда пробраться? А, я понял. Валенок. Ау, опен. Так. Ой, это что за срань? Так, а я должен же его как-то убить еще. Ау. Давай, короче. Блять. Дерьмище. Не говорите, что мне заново придется все это сделать. Drop the crate. Ну, я понял, что нужно уронить ящик на него, но это для дебилов вообще непонятно. Мне же добраться туда надо сначала. Алло. Ау. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Пиздец, вот опять это говно с этим сталкиванием с тем. Теперь все заново, короче, делать то же самое. Пиздец раздражает. Он же сейчас опять проговорит все это говно заново. Я не могу это быстро раскипать. Вот на этом, над этим они не подумали. Музыка какая-то такая. Я, блин, не знаю. Это РПГ дерусь. Как вниз. Ну, типа, играю в, короче, битву в какой-нибудь JRPG. Музыка такая сейчас. Как по мне. Ты, блядь. Ну, очень-очень прям похоже. Да, Белла тебе. Моя очередь, короче, бомбить. Бах. 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 А можно, короче, прям в этого набомбить? Смотрите. Сначала сюда. Куда я и так залезть смогу. А куда он, кстати, делся? Мать твою.
Ходит там такой, знаете. А что сделать надо? А что сделать-то надо, ёбарская? Баста вот написано было. А, типа, видимо, надо было разоблачить чувака, короче, какого-то. И что сейчас случится? Динозавр. Тирекс. Вон ту Switch играет. С правым джойком. Обладал нахер его. Ибо нефиг. Так. Кого я еще должен убить? Ящик уронить, во-первых, надо. Так. Куда нам забираться не надо. Дальше я не достаю, да? А зачем вот это ломать тогда? А не зачем, она нафиг не нужна, короче, понятно. Это просто указатели. Чувствую, у меня скоро игра закончится, короче, которую я бы сам поиграл, и я начну Fantasy Star играть. Я прям чувствую. Блин, мне там музыка больше нравилась, геройская такая. Прикольно же было. А это какая-то боссовая. Так, чё, погнали? Я куда укатил-то, ё-моё. Ау! Так. Тут тоже всё в порядке. И что там внизу? Мины взорвёт, наверное, какие-нибудь или ещё чем-то. Погнали. Пушки верну себе там попозже. Так, мне еще две двери надо открыть как-то. Так, что это вообще такое? О, Сквирда! Сквидвард, блядь. Эй, хочешь махнуться местами? Я должен охранять яйца своей жены. Только никому не рассказывай, я потеряю свою чё глубоче. Чё? Это как он? Грустнейшая вещь. Или как-то. Это самая грустная вещь, которую я видел в аду. Я сострадающий принц. Я покончу с этими невыносимыми муками, ну, страданием этого парня. Дай-ка ну-ка, погоди секундочку, я иду. И чё, я сейчас воду спущу, скорее всего. А, лол. Прикольно. А, лол. Я в неё сел или чё? Я стрелять могу? Прыгать не могу, стрелять не могу. Нахер, чё я тогда могу вообще? Ой, жадный, а? Типа я сдох? Да, так нельзя было сделать. Говнина. У меня уже жопа квадратная сидит на этом стуле сраном. Надо будет перерывчик сделать небольшой, на чаёк какой-нибудь.
против все равно никто не будет. Зачем я нажал выход, блядь? А, все, ок. Пойдет. Так, а что мне нужно сделать? Так, ну я понял, надо что-то с ящиками сделать. По-хорошему. А зачем мне? А, я у воды, ну, чтобы пройти, типа, да? Или чё? Я не совсем понимаю, что от меня требуется. Нахера я эти ящики двигаю? Понимаешь, что я должен сюда потом скинуть один ящик, а отсюда его не скинуть. Я его, короче, убить должен. Я понял. Назад. Типа, не знаю, не назову это головоломкой. Слишком легко. This one. Я угадал? Я угадал. От балды кнопки нажал. Все. Хана, пацан. Так, и что теперь? Ок, босс дверь открыл. Ок. Это хорошо. Пошли убивать босса, пойдем, я согласен. Мне просто интересно, аж стало, что за босс там. Ах, меня же не пускают туда, блядь, не убью моего. Не пускают меня туда с оружием. Пока что. И как я его должен... Сколько? 58? Ни хрена себе. А как я должен его убить без оружия? Ты кто такой? Мать твою. Камень. Ну или скала, наверное, скала. Ха-ха-ха. Что это? Чего? Маленький ушастый нудист? Без, короче, без боевой экипировки. Полностью голый. Чисто такой, я, типа, заткнись, я не голый. Но я чувствую, что я, да, не до конца одет сейчас. Он так прикрывался еще. Правда? Значит, ты будешь не в настроении, если я сделаю пару снимков, да? Я люблю их собирать все. Я коллекционер. Или кто он там? Короче, верни мне мои чертовы снимки. Вот мне сейчас, короче, как раз нужен Нестор, где он есть. Куда он делся? Чё ты гласишь там, сука? Так. О, Нестор. Как раз вовремя, сэр. Я только что закончил модификации. Хотите спробовать их? Улучшение. Ну, короче, их и очень много, типа, но я уверен, что вы хотите знать только об оружии. Теперь у вас есть две новых атаки, попробуйте их.
Че за атаки-то? Ни хрена себе. Так, где ты, сука? Я в нем попадаю вообще? Да? Так, первая фаза кончилась. Но у меня хп ни хера нету, я уже накосячил, в принципе. Я полагаю. Пошел нахер. Так, теперь еще ниже. Походу последняя фаза, да? Сколько там у него хп осталось? Вообще лоу. Где ты, паскуда? Ах, черт, я его не заметил. Я его не заметил. Блять. И что у меня теперь? Я на последней фазе или на первой? Походу на первой. Да, самый первый. Говно. Первая фаза кончилась. Первая фаза вообще легкая. Да и вторая, в принципе, легкая. Я на третьей чуть-чуть натупил, если бы я сразу сообразил, я бы его убил. Говно, говно! Много хп отнял. Все. Сколько у меня хп осталось? Сколько он мне отнял? 130 у меня. Блять, ну и что я должен там делать? Я его почти убил, блин, ему один выстрел оставался. Серьезно. Не лох. Ну ствол годный. Очень много сносит. Блин, же полтора часа играешь. Как-то быстро в этот раз. Так, а что у меня еще за стволы? Убил. Шарахнул еще раз. Сколько, интересно, мобов засчитали у меня за то, что я его убил? Всех, наверное, оставшихся. А, до сих пор я нашел фотки. Ну и снимки. Вот так сюрприз. А, я имею в виду, что мы даже не на полпути не приблизились. Даже на полпути не приблизились. Зато я теперь могу, короче, дальше сверлить. Damnation. Я, кстати, не помню, что такое Damnation. Ну, короче, типа, быть не может. Он должен был быть раздавлен этим големом. Ну, им, короче, должен был быть голем. Ну, их переоценивают. Конечно, винил всем голема. Ты, типа... Передурок третий сортный. Лучше такое.
То есть я теперь могу... Все, что ли, так быстро? А там вниз куда-то еще можно было? Сука, хер нажмешь. Приходится херпами что-то делать, чтобы. О, ядрить, я замучаюсь, короче, это. Подождите, а чё мне пила опять стала такая? Я не такую делал. Где моя пила крутая? О, нихера себе. Вот это я делал. Буду пилить до тех пор, пока они не сломаем нафиг. Ну блин, руки сейчас охереют, потому что вибрируют. Слушайте, сейчас. Дрель, блядь. На туре. Еее. Бабло. Много бабла. Так. Называют что, направленное аннигилирующее супер нагрев или что? Диансуки. Не важно, короче, что сделать-то надо. Ну, вы прошли. Оп, задешился. Так. Блин, ну я не хотел. Да... Ну ёпарасоте, ну издевается что ли, а?
Так. Гребаные головы. Умрите. Капец, долго убивает. Даже ракетами быстрее. Так. Денег у меня и так вагон. Черт. Что-то такое. Казино, серьезно? Да. Так, ну что здесь? 25 из 27, окей. Так. Какие предметы у нас там есть? Жизни можно взять, да? Шотган. Револьвер. Чуть-чуть много денег еще, у меня будет в третьем. О, там внизу этот. Мингус. Я неуязвим, неразрушим, неприкасаем. Ну так одинок, мне нужны цветы и любовь. У меня нет цветов, и я не твой друг. Я кролик, сердцем полное, короче, ярости. Но ты все равно выглядишь большим и сильным. Будет ли у меня шанс? Короче, ну, возможно, у тебя есть друзья. Как они там, этом. Так, сюда, наверное. Ушел. О. Блин, шляпа опять поменялась. Мафиози. Где там у меня шляпа была на этой? Луиновская. Пиздец их много. О, пускай так будет. Неважно. Неважно, внешний вид такой, но уже. В принципе. Так, а как мне туда попасть-то вообще? Блин, я не хотел бы. Руки эти не ступил. Да блять. Так, чё куда? Так, один. Чёрт.
Ну ты попадешь, нет. Что за мать его курица? А, ну типа... У вас хп осталось. Блять, стрельнуть не успел. Конечно же меня убило, потому что я стрельнуть не успел. Ёпарься ты. Что заново? Я еще не уверен, что я до конца буду проходить. Так. Петушара. Да иди ты сюда, блядь. Ебрить. Успел. И что он сейчас сделает? Пуля в него пролетит или что? Мне кажется, сейчас просто дохера таких пуль. Сука. Криминальное чтиво такое. Зевс. Его зовут. Так, короче, блядь, чем дальше, тем, короче, жопошнее уровни. Так, на самом деле... Вывесил нельзя, окей. Вышел. Да. Ну ты чё за пёс? Все. Легчайше убил. Обычные пчелы. Там были робо-пчелы, а здесь обычные. Че, дверь где-то открыл? Ага. Это ж мне сейчас туда-назад надо возвращаться или что? Да, там два чувака надо убить.
Блять, так не говори мне, что мне заново убивать надо всех глючей, смотрите. О, слава богу, нет. Все нормально. Отвали ты. Так, нам сюда же. О, 2400 есть. Так, что мне надо лучше там было? Пускай ган левел апгрейд будет. Не знаю почему, но просто так. Так, вот нам сюда. И что там за дерьмо? Это что за срань? Блять, ну что ж ты делать-то будешь, а? Давно собачий. Отлично. Попал. И что сейчас с ним сделает? Колба его прибьет или что? Ну, блин, прикольно. Так, что там, кого дальше будет? Я думаю, я вот это пройду и все. Дальше не будем сильно вообще наливать. Он так быстро наливает нас. Блять, и как мне его убил? А, я понял, как его убивать. Все, не убирать. Ну что, надо дуру побольше взять, наверное. Да блин, ну надо в спину ему стрелять. Все вот будет. Да иди нахер! Ну как его убить-то? Это же невозможно. Может, ему надо в спину зайти и типа засверлить нахер его. Похоже, что нет. Так, а вообще по хп надо найти. Ну, прям тут рядом, да? Так, тут надо убить, там он пес один сидит, которому я смогу пройти только через этот, походу. А, через ту дверь, вон. Там дверь, две двери осталось. Семь монстров всего осталось? Окей. Пускай такого будет. Thank you.
Бах! Придавило. А Карина твоя мать его. Так, что, сейчас дверь должна где-то открыться? Ага. Все. Топаем туда. Так, что это за автомат? Казино? Отличное место для меня. В конце концов, у меня 4 крыльчих лапки. Бах. Рестлер херу. Последний. Ща убью. Суплекс. Ща вниз полечу. Упоротая игра, конечно. Но мне нравится. Но в нее подолгу нереально играть, у меня глаза слишком устают вот это вот. Если честно, я уже говорю. Это что за херня? Орки на IC. Эш? Эш? Вот о мой бог. Мой, это лучший день моей жизни. Они мне не поверят в клубе. Короче, меня зовут Туз. Туз. Президент клуба, ну, короче, Рэш по Рэш клубу. В общем, мы тебя фанатеем с тех пор, как мы увидели те картинки твои. У меня есть фан-клуб. Это так... Эй, стой! Что ты сказал? Эти снимки личные, короче. Слишком поздно, ты открыл мне глаза, и я избавился от всей моей одежды. Я теперь совсем новая карта, ну, другая карта. Теперь каждый день стрип-покера. Надо вазу, наверное, на него уронить. Так, теперь вариант. Давай сюда. Ага, ну кто уронил. Не туда. Ну, нормас. Нам вот туда надо. Сейчас его убьет. Сука! Заново! Надо еще и вовремя кинуть ему по башке этой дерьмом.
Найс. Надя, сука, в вазу. С днем рождения. Так, осталось сколько дверей? Одна осталась уже, да? Или нет, там 37 где-то было уже, да, вроде? Ну, 6 еще мобов осталось. 4 моба, значит, 37 было чуть меньше. Так, 2 двери осталось, 3 двери осталось. Ага. Ты кто? Сэр Симон. Короче, мы покажем тебе трюки и вынесем тебе мозг за ебу. Где-то сука. Сучка. Убил меня. Нет, это жопа. Спасибо. Так. 4 штуки, значит, да, говоришь, осталось. Босса в этой области не должно быть, насколько я понимаю. Ау. Где ты, скотина? Да, блядь, ну... Серьёзно? Затрахал уже. И не пропустить же, блин, бесит. Мне его вообще убить надо или чё? Может, мне не нужно его трогать? Я даже не вижу просто жизни его. Надо убить. Однозначно надо убить. Да иди нахер, короче. Надо ждать его, как-то выжидать, а потом убивать. Говноед. Ну, Джек Шоу, блядь, тебе. Пошел нахрен, козел. Так, стенку сейчас сломаю, да? И дверь где-то должен был открыть, по-хорошему. Музыка все равно прикольная. Так, это шорткат или что? Это же шорткат. Или мне кажется. Так. Ага. А, нет, да не шорткат, нихера.
Мне туда просто надо. Так. Пушка. Так, мы туда идем. Сюда. Не успел. Серпентар какой-то, блин, не так. Так, тут кто-то еще есть, значит. Писец. Я не понял, что это делать. Надо, наверное, это по очереди было кнопку жать. Да, по очереди надо было жать. Бах. Взорвется? Разрубилось. Так, все, с этим разобрались, пацаны. Так, где-то, значит, сейчас еще дверь откроется. Я уже, кстати, понял, где. Последняя же дверь, нет? Или мне кажется? Нет, это предпоследняя дверь. Так, как туда попасть? Ага, все. О, там. Пинка рядом оказывается. А я и не заметил даже. О, один остался. Ну, это как раз трик контест. Блин, на самом деле хотелось бы, чтобы там было это. Что-нибудь повеселее. Фу-ху. Почти. А почему его так это, короче? Сука, ну убийство здесь, конечно, забавно. На, все, последний был. Ну,
Ну вот и прошли. Блин, интересно, насколько долго играют? Пресень. Едок, да? О, мы так росинг. Ну ладно, я еще чуть-чуть. Погоняю. Опять пил место. Короче, в общем, я видел тебя или того, кто похож на тебя. Но постарше. Что ж, если мы, короче, я из будущего бегаю здесь повсюду, значит, у него есть какое-то послание для нас. Давай найдем меня. Вот он. H2.0. Ай, ты из будущего. Я уже закончил игру. Я знаю, что ты будешь делать следующим летом. Добро пожаловать на миссию. Ты должен быть вот такого роста, чтобы прокатиться. А еще мертвым. Эй, я подхожу. Расскажи мне, как играть. И можно мне получить твой крутой костюм? Конечно. Подожди, то есть это миссии просто или что? В чем прикол миссии-то? Ага, я типа дошел туда, куда надо. И в космос улетел, серьезно. Рандомно не такой уж и полезный совет написан был. Я первый, короче, космический кролик. В открытом космосе никто не слышит. Никто не услышит, как ты листаешь, короче, свои последние картинки. Яд. 9 монстров всего. Бля, ладно. Раз 9 монстров всего. Тогда я быстро сейчас. Игра вообще упортая, короче, сильно. Она прям наркоманская. Тут еще убийство забавное. И она, типа, бесплатно доставалась от Сеги. Я вижу, короче, щиты пришельцев. Короче, на этих... На каких-то светящихся, хер знает чё. Ладно, ребята, вы умные. Чёрт. Что бы сделал отец? Засверлил их нахер. Короче, лица их. Чё, давайте их засверлим нахер их всё. Ибо нехер. О, я бы близок сейчас. Обосрамся. Хана ему.
Так, дверь открыть должен был, скорее всего. Она долгая, Синг, не знаешь? Ты ее проходил на PS3? Не проходил? Ну ладно. Не проходил, так не проходил. А, все понял. Погнали. Телевизор, блядь, какие-то. Шу, куда я тебя засверлил, нахуй? Сука, у меня. Смотри. Космонавта, нахуй, отправил в космос. Наркоманская игра. Вот серьезно. Не знаю, кто ее придумал, но выглядит забавно. Слушай. Так, наверху. Да черт. Да блять! Короче, надо 7 раз набить его. Кэши Старс. Сука, звезды десантника. А что сейчас будет? Это, я это первый раз вижу. Чё взорвётся нахер? Астронавт, космоплот, Нерли Хассан. У них еще и, блядь, бидж... ну, у каждого же еще описание есть у монстров. Captured Monsters, 38 монстров я уже поймал из 100. А, ну до 100 монстров уже, все верно. Ну, не такая долгая находится. Стримозада почти можно пройти. Так, 2 штуки осталось. Блядь, 10. Так, слушай. Не, недолго. Может быть на платину и да, но вообще не должна быть долго, потому что. А у меня, блядь, какой огромный орел. Все, ничего не мешается. Все, погнали. Да ты шутишь, что ли? Сука. Ну, механики забавные есть. То есть, типа, я нигде практически не видел, чтобы вот такая херня была. Ну, в плане, чтобы набивать надо было врага, чтобы пройти.
А, понятно. Смеется надо мной, сука. Заново. Лучше накосячу. Да иди нахер! Платина меньше 5 часов? Смотри, изи платина тебе нашел. Да, блять. А, мне платины нету? Один хрен настроить на... Успел поймать. Еще сейчас собака. Собака что-то должна быть. Поссал и... Сука, поссал, вырос. Выросло огромное дерево, блин. За дичь вообще. 39-й. Еще один монстр остался. Вот это. Так, что это за херня? Так, ну все. Это что за херня? По кичом. Я могу здесь остаться навечно, наблюдая за этими мерцающими звездами, огоньками. Я просто маленький, ну, типа, я просто большой и мягкий, правда. Они, типа, милые, не так ли? Хочешь еще? Хочешь больше их увидеть? Например, отправиться по главному цели кайдафу. Очень доброе предложение. Я с радостью соглашусь. А можно это быть сюрпризом? Я люблю сюрпризы. Ну, сейчас тебе пизды дам. Будет тебе сюрприз. Сука. А как я должен там тогда пройти? Окей. Две двери вообще. Ой, он никуда не пострелял. Ну, соберу я всех в дерьмо, а зачем? Там выход. Алло, я его поджарю сейчас. Тихо. Ну то же самое, короче, говорит, но я уже внизу жду его.
Сейчас тебе сюрприз подгоню, братан. Хана ему. Вот это прикольно. Русский. Ну все. А в какой выход на бой? Видимо, в любой. На взлет. О, началось, короче. Такая дичь, короче. Убей хана, скотина. Легчайше. Автомат нахер на него должен был скинуть, но... Space Invader, конечно же. Так, минус один. Осталось. Гейский Space Invader? Почему гейский? Обычный Space Invader. Блять. Где ты, падла? Космонавт обоссаны. Шаркбейт. А, радуга. Там не радуга же была. Бах. Так, следующий, пожалуйста. Короче, мы 50 убьем. И все. Остальные потом. Оба, это что за говнюк? Лорд Айриш. Где мой особенный? Короче, любовь свою еще. Какую-то херню несут ему половину. Так, что там еще пишет? Просто
Лол, вон как это знает. Он просто сдох. Ага, вон там еще один остался. Короче, он от одиночества сдох. Бред какой. Сколько я уже убил? 43 монстра, да. Говно. Ну ладно, мы запись вроде идет. Все. Сейчас поднимется. Я надеюсь. Поднимись, пожалуйста. Блять. Лайка. Серьезно, лайка. Ты все, и нет, упал? Да. Говно. Ладно, я тогда пройду. Подключится. Или это у меня интернет только упал? Да, у меня тоже упал интернет. А, ну да, он вообще не подключается, даже к VPN. Может, это что-то здесь? Вроде нет. О, босс. Босса я так добью, там все равно запись идет, так что все так. Все, подключился? Нет. Ну, запись-то через проги у меня идет, так что я и так доиграю. К сожалению, в лайве это не видно будет. Босса это убью и закончу. Чё, куда мне? Пошёл, сука, Bullet Hell, блин. Музыка, сука, прикольная. Нормально, наверное, в игре.
Учитывая, что я бесплатно ее получу, пойдет игра. Ах ты, сука. Так, первая половина закончена. Легчайше вообще. Даже запарился, блять, вот это было больно. Приближается, да? Где поскотил? Что он там делает, блядь? Поменьше стал, что ли? Ну, сука, где ты там, блядь? Не надо брать. Ох, черт, прям рядом. Урона, конечно, минимально, зато просто бью. Блять. Не сдохнуть, да? Так, есть. Со второй фазы разобрались. И последняя осталась. Что ты за блевоту тут раскидал? Ну ты изичный босс. Легкий. Космический змей сосуд. Сосуд писюны. Кровящий, потому что только что я его нагнул. Как делать нехер. Заработал, походу. Сейчас должно пойти. Но фишка в том, что я, во-первых, убил босса, во-вторых, я это... Шпить. Закончить хотел бы. Кстати, какого хрена это? Фигня еще не стримит. А, сегодня же пятница, он сегодня допоздна, и сегодня, короче, будет... короткий стрим, насколько я понимаю. Ну, конечно, то, что попадало нахер это обидно. Ну, в плане. Стрим падал, ладно.
то можно и закончить. Думаю, если эту запись это пересмотрит, то пока. Кто не пересмотрит. Да и похуй. В общем, следующий... А хотя чё, я кому я буду говорить, что когда следующий стрим, потому что все равно запись только осталась. Ладно. Интересно.